Сегодня в 15-й гимназии последняя битва хоров. Этот конкурс проводится третий год и стал одним из главных школьных мероприятий, готовиться к которому ученики, учителя и родители начинают с сентября. На этот раз тема фестиваля «С чего начинается Родина?». Ответить на этот вопрос ученики гимназии решили песнями, и у них это получилось. Известную песню акапелла исполнили 16 родителей и 40 детей. Такой хор представил первый Д. И у каждого класса была своя история и свое понимание Родины. Ровно неделю на сцене актового зала школы исполнялись патриотические песни. Сегодня в последний день выступил сводный хор, а это 250 человек, ученики 5 и 11 классов. В рамках месячника патриотического воспитания. Каждый класс изготавливает афишу. Мне кажется, это то дело, которое помогает объединить детей, родителей, педагогов. Сегодня у нас гости из военных частей. Мы собрали посылки, мы будем им вручать. Посылки, письма солдатам, рисунки и инсталляции – все это тоже сделано руками учеников и родителей. Выставка развернулась в холле. Она посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. В рамках месячника мы проводим каждую неделю, у нас проходят классные часы по, соответственно, этой же теме. У нас вот выполняются работы детьми на тему 75 лет снятия блокады Ленинграда, выполняются рисунки на тему «Живая память». Мы приглашаем ветеранов, проводим мероприятия, такие как «Битва хоров», и активно участвуем, в принципе, во всей этой работе. В патриотическом месячнике приняли участие все 47 классов 15-й гимназии. Кто представил самые яркие работы и осмыслил понятие Родины, решит совет старшеклассников. Победители объявят 23 февраля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.